Хорошо. Меня это устраивает. В любом случае, я должен быть в курсе. Извините, пожалуйста. А можно один вопрос задать? Вы к кому? Я вчера проходила мимо вашего подъезда и слышала, как кто-то на саксофоне играет. И что, это теперь нельзя или что? Это было гениально. Я стояла полчаса и слушала. А вы не знаете, случайно, в какой квартире живет музыкант? Ой, так вы пришли по адресу. Да, в этом доме все гении в 33-й квартире живут. Саксофон мой зять. Я разговорный жанр, еще педагогика. А можно с ним познакомиться? Пожалуй. Сходите. Спасибо. Что такое? Это не он. В смысле, это не он? Да этому как будто медведь на ухо наступил. Это у вас ребенок учится играть, да? Почему ребенок? Милиционер. На пенсии. Вам, наверное, нужен Костя Лабух из 32-й. У него тоже саксофон. Вам, наверное, к нему. Хотя мне больше нравится, как Саша играет. Да вашего Сашу близко нельзя к саксофону подпускать. Иди, иди, деточка, чтоб ты понимала в классичной музыке. Леночка, детка, это ж счастье, что ты пришла. А что случилось? Таки беда в том, что ничего. У Саши голова одна на весь Свердловск. Но этой голове нужна работа. Он без работы не может. Он, это же просто кошмар.
То пьет, как не в себя, то дует в эту дудку, чтобы она провалилась и лопнула. Леночка, уже придумай ему работу. Ну, хорошо. Детка, спасибо. Добрый вечер. Вечер добрый, душа моя. Счастлив видеть вас. О, Генрих Карлович. О, какие мадам. Люди. Добрый вечер, добрый вечер. Для вас у меня особенный подарок. Давайте будем смотреть ваш подарок. Что там? Лот номер 15. Марина? Интересно. Да, неплохой вариант. Вот. Мне нравится. А, какая права. Как тебе? Камень так выгодно оттеняет все остальные. Великолепно. А эти изумруды? Прекрасно. Я знаю, что мадам нравится. Нравится. А прошу прощения. Чего? Да, давайте будем продолжать. Микрофон, пожалуйста. Дамы и господа, прошу внимания. Мы продолжаем показ новой уникальной коллекции ювелирного дома Макса Стронге. Желающие могут провести понравившуюся. Ювелирный дом Макса Стронге гарантирует неповторимость и высокое качество каждого украшения. Лот номер 15. Бирманские рубины. Поражаюсь. Как от тебя еще все соседи не сбежали? Спасибо. Ты всегда найдешь для меня доброе слово. Тебя тетя Капа прислала? Да я до тебя 2 дня уже добраться не могу. При чем тут тетя Капа? Что тебе надо? У меня там дело одно. В общем, твоя помощь нужна. Ленка, не ври. Когда ты у меня помощи-то просила? Да и черт с тобой. Да? Ограбление ювелирного салона? Хорошо. Еду прямо туда. А вот здесь ты мне точно нужен. Подожди. Так, быстро, цацки сюда! Быстро! Бежать, сказал! Кто за
ответишь, фраерок. Бурак, нарежь. Кого нарезать? Свеклу, по-вашему. Бабушка, ты бы еще картошку бульбой назвала. Инна, надо бы в магазин сходить. Ладно. Ты что хамишь, а? Кто тебе права выдавал? Возвращайся в свою полосу! Как скажешь, начальник. Аккуратней, не мешок с костями ведет. Так! Отошли от машины! Оружие положили! Я убью ее! Стреляй, у него заложники! Стреляй! Я убью ее! Быстро, заложи нас! Надо брать. А заложница? Сейчас я разберусь. Слушай меня! Я иду к тебе! Смотри на меня! Погоди. Только успокойся! Смотри! Я иду один, я не вооружен. Смотри! Смотри! Я не вооружен! Я хочу, чтобы заложница не пострадала. Смотри на меня. Главное, не дергайся. Все спокойно. Я подхожу. Да, я подошел. Открывай дверь. Нет никого. Здесь нет никого. Канализационный люк присмотрел, приготовился. Растяжка! О. Мне нравится твой способ укладывать женщин. Продолжай. Что? Ты неотразим. Заставляешь просить дважды. Что? А?
Однако. Это место приятным не назовешь. Ну и куда идти? Черт, он же должен был оставить какие-то ориентиры. Какие-нибудь метки. Слушай, ты помнишь фокусника? Ну, дело, где он еще рисовал метки краской, которая в ультрафиолете светится. Нет. Ай. А что? Смотри! О, дай-ка я. Ого. Класс. Нам туда. Класс. Да пошли уже. Дальше. Стоп. Туда. Нет. Подожди. Сюда. Давай. Сюда. Так. Стоп. Ну? Есть. О! Ёр! Здесь, наверх. Да. Ах, чёрт. Интенсивное движение. Стой! Вы кто такой? Извините, я обознался. Я думал, друзья. Ой, я думала, грабители. Пугаешь, а? Ты себя в зеркало видел? Ну. Пойдем в торговый центр, надо кое-что сделать. Что именно? Пошли, дорогу объясню. Занято. Кажется, они нас развели. Вот пусть они именно так и думают. Ураганный блестящий дебют. Ха, лихие ребята. Я должна была понять, что у тебя есть план. У тебя ведь есть план? Есть кое-какие мысли. Ну, а как ты догадался? Я увидел у девушки в машине на шее копоть. Грязь под ногтями. Я подумал, где можно быстро переодеться, привести себя в порядок. Увидел торговый центр. Когда ты говоришь все так просто, я бы ни в жизни не догадалась. Слушай, мы сейчас ему план-перехват устроим. Ты номер запомнил? Конечно. Пойдем отсюда, а то сейчас охрана сбежится. Thank you.
ты не спрашивай. Или в этом доме кто-то мне что-то рассказывает? Один ночь не ночевал, другая шлёндрает с утра, чтобы она там была здорова. А Инночка в курсе, что у нее занятия? Конечно. Мы же вчера с ней специально договаривались. Ну, жди. Что я могу сказать? О, интересно, кто это из потерянных? О, откуда такой красавец? Нет, ну надо же, а? Босяк, в какой канаве ты валялся? Фу, запах. Валялся. Правильно заметили, Капитолина Михайловна. Ой. Только не по своей воле. Так тебя валяли насильно? Кто, где, как? Очень просто. Взорвали. Ой. Привет, Кать. А где Инна? Слушай, найми секретаря и спрашивай его за эти вопросы. Я называюсь теща. Ты не ранен? Может, перевязку сделать? Нет, Кать, не надо. Пойдем, милая, пойдем. Чай стынет. Катенька, милая, прости меня, надо же. Да... Руки, крюки. Да, Каталина Михайловна, ничего страшного. Пойдем в ванную. Пойдем, надо это быстрее смыть. Жалко вещь. Пойдем. Идем. У нас авария. Что случилось? Там халат. Давай, замоем сейчас. Давай. Здравствуйте. Моя новая любовь. Очень крутой сыщик. Ой, сладкая-сладкая, вся в варенье. Александр Юрьевич, пустите меня. Я из дома, а она к тебе в постель. Инна. Инна, ты что такое говоришь-то? Мы с твоим папой просто друзья. Да, конечно. Ты мне врал? Что? Ты мне все это время врал? Что я тебе врал? Ты спишь с ней! Да ты что? С этой... Ты что такое говоришь? Ну-ка, извинись! Инна! Инна! Ужас какой! Ну-ка, вернись! Что за шум? Что за гевал? Господи! Фу! Саша! Как ты себя ве... А, это ты? Заходи. Хорошенькое начало. Я тут вся из себя цвету и пахну, а он? Привет всем! О, здравствуй, Леночка! Привет. Что нового? Ну, я надела саморастегивающуюся блузку и быстропадающие брюки. Ой, Лена, по тебе цирк плачет. Жигули нашлись. Я ушел. Пока. Давай, давай. Пока. Пока. Ты куда? Когда вернешься? Вот неуемный. Ну, девчонка сопливая. Ну, что ты на нее внимание обращаешь? Ну, будет. Уж я с ней поговорю. Да что ж ты такое-то? Как она могла такое подумать? Вот что я тебе скажу. Он тебе нравится. Но я замужем. И видно это за километр. Но послушай меня, детка. Ты не видишь под своим носом. Твой Володька хороший парень. Смотри, не потеряй его. Ага. Когда обнаружили машину? Сегодня утром. В котором часу? Около 8 утра. У тебя в хозяйстве ломик найдется? Сейчас посмотрим. А кто обнаружил? Сторож карьера. И что, сторож не видит, как она сюда попала? Божиться, что ли? Пойдет. Никого не было. Вполне, спасибо. Не с неба же не упал.
Понятно. А вот и заложница. Марина Степанова. Номера скручены, но ничего. Мы восстановим номер двигателя и найдем владельца. Машина прокатная. А ты откуда знаешь? Тоже мне опер. Под капот посмотри. Прокатное агентство или грим. Но я только учусь. Ладно. Самое время посетить этот клуб. Дверь черного входа не взломана. Вход по карточкам. Угу. Преступник пошел по карточке. Вопрос, по чьей? Именно этим я сейчас и занимаюсь. Все данные с чипов ключей поступают в специальную электронную базу. Значит, мы узнаем, чьей карточкой воспользовался преступник? Ну что ты как ископаемая? Ты в каком веке живешь? Конечно, узнаю. Ха. Круто! Ты гений! Наконец-то дождалась похвалы от высокого начальства. Вот смотри. Мироков Арсений Вениаминович. Да. А что? А то, что вашей карточкой воспользовался преступник. Да? Но я ее потерял. В день показа. Но ведь это же не преступление. Это преступная халатность. Я осмотрела парадную дверь, ее заперли изнутри. А ключ исчез. Значит, у преступника внутри был подельник. Драгоценности застрахованы, хозяину двойная выгода. Камни плюс деньги. Нет, нет, это не я. Нет, нет, это не я. Я не хозяин. Вот сумочка заложницы, как вы просили. Абонемент в фитнес. Квитанция в химчистку. Не густо. Ну что, Никита Петрович, вы готовы? Лицо обожжено до неузнаваемости. Не торопитесь, посмотрите внимательно. Это Марина. Моя жена. Это ее колечко. И часики. Это я покупал. Она их раньше не надевала на работу. Они ведь недорогие. А в этот раз надела, как чувствовала. Мужайтесь. Да. Спасибо. Нам нужно осмотреть вашу квартиру. Вы позволите?
Что? А, да, конечно. Чуточку позднее, можно? Не нужно готовить похороны. Так, куда-то у меня папка с договорами. А, вот она, сейчас посмотрим, сейчас найдем. Так, сейчас. Семерка белого цвета, которую до сих пор не вернули. Я так полагаю, что не вернут. Думаю, это ее сожгли. Угу. Да, вот вам договорчик и копия прав на Авдотина Михаила Александровича. Вкусно? Угу. Нет, чтобы спросить с восторгом. Сама пекла? Так нет же. Сама пекла? Нет, в ларьке купила. Очень вкусный ларек. Ну вот, так я и знала. Что? Данные паспорта и прописка в договоре. Липовые. Ага. Просто мразь! Ты зачем грохнула ее? А то ты не знаешь. А что мне мешает грохнуть тебя, а? Ты, сука, прямо здесь, прямо сейчас, а? Ну? Что ну? Ну? Че смотришь? Ну? Я его разрядила. Сука! Все, я сваливаю, поняла? Ты не получишь ни шиша, поняла? Давай. Скажите, пожалуйста, все вещи вашей жены в порядке? Или, может, каких-то нет? Нет, вроде все на месте. Ну, кроме двух ее самых любимых платьев, которые она в химчистку сдала, они как раз на этих вешалках висели. А откуда вы знаете про химчистку? Ну, так я это увидел, что их нет, и она про химчистку мне сказала, а потом квитанцию показала. Угу. Хорошо. Вы в химчистку, я в фитнес. Ваша жена посещала фитнес-клуб? 3 раза в неделю. Пожалуйста, ваши вещи. Скажите, Марина Степанова была вашей подопечной? Да. А почему была? По нашим предположениям, ее убили. Что-то не так? Не ее вещи? Как не ее вещи? Посмотрите квитанции. Номер сходится, наименование сходится, количество вещей сходится. Как убили? Кто? Ну, пока мы не можем этого сказать. Скажите, пожалуйста, у нее были здесь какие-нибудь друзья? Или она с кем-то близко общалась? Вещи ее, только не те. Я про эти платья даже забыл. Они очень старенькие. Но забирала она другие. Ну, я бы не хотела сплетничать, но был у нее тут роман с одним инструктором. Вообще, конечно, нам не положено на рабочем месте. Но вы сами понимаете, иногда, если никто не видит. А кто этот инструктор? Где он? Валентина, какой клиент? Вещи не те. Ну, его, к сожалению, сегодня нет.
А где я могу узнать его адрес? Возьмите у администратора. Дверь-то оказалась открытой. Ох, как аккуратно. Выстрела никто не слышал. Стреляли через подушку. Это же тот парень. С видом Ботана. С девчонкой в «Жигулях» ехал, помнишь? Естественно. А ты кого хотела увидеть? Откуда ты все знаешь, а? Даже противно. Ты лучше воспользуйся чудом техники. Сними отпечатки. Отправь на опознание. Можешь? Расплюнуть. Ой! Кого мы имеем счастье видеть глазами? Инна, ты понимаешь своей головой, что ты сделала? Куда? Имела наглость нахулиганить? Имей совесть объясниться. Да чего объяснять-то? Мама только недавно, а он... Дурочка. Ну как дурочка? Он мог? Ну какая ты дурочка? Или ты считаешь, что они при мне любовничали? Я-то здесь была? Да? Инна, лови ушами мои слова. Я залила Катерине чаем кофточку, пришлось отстирывать. Ей что, голы дефилировать? Так я выдала ей твой халат. То есть между ними ничего нет? Не просто нет, а не было и не будет. Это я тебе говорю. А Катерину ты зря обидела. Отец, он расстроенный, убежал. Ну, я думала... Просто я думала, что они с папой... Ты что, у меня глупенькая? Ну, ничего, ничего, извинишься. Что я наделала? Он же убьет папу теперь! Господи, кто убьет? Он убьет его, понимаешь? А кто убьет-то? Кто? Пришел ответ по пальчикам. Ну? Не нукай. Техника давление не любит. Сейчас загрузится. Что-то нашел? Ну и как? Оп. Понятно. Мы на правильном пути. О, загрузилось. Так. Отпечатки пальцев принадлежат известному вору Прибежкову Максиму Анатольевичу. Освобожден был год назад. Ты думаешь, он ограбил салон? Ага.
Ну-ка, Лена, пробей-ка данные авиакомпании. Не забронирован ли куда-нибудь в теплые края билет для Авдотьина? Авдотьина? Да. Я думаю, он жил в последнее время под этой фамилией. Я вся ваша. Не понял. Забронирован. В Италию на сегодняшний вечер. На него и Кискину Анжелу Петровну. Кискину. Ага. Ну? Анжела Петровна? Да, в чем дело? Марина? Жизнь была скучной и противной. Муж бухгалтер, средний оклад, потертые локти, работа, дом, работа. В общем, я озверела. Можно сигарету? А потом появился он. Темные кудри, глаза, а губы, крутая тачка, рассказы о его приключениях. Я влюбилась и готова была на все. Это он предложил ограбить вам ваш салон? Он предложил помочь ему ограбить наш салон. А я согласилась. Потом мы должны были улететь и прожить жизнь. Но мной он только воспользовался. Он вас обманул. Да, он обманул меня. Ему было с кем лететь. Я нашла в его вещах билеты, а мной он просто воспользовался. Он любил ту актриску. Она была актриской. Вы убили ее, сожгли в машине и надеялись, что ее труп примут за ваш труп. Так вы и так все знаете. Зачем вы его-то убили? Потому что при первой возможности он убил бы меня. Она была актриской. Пап, ты это... Прости меня. Я нормально. Перед Катериной извинись. Ладно. Не открывай. Что случилось? Не надо. Не открывай. Спокойно. Выйди. Тихо. Это что такое? Ой, да это Инка чертовка пошутила. Володя, ты что? Инка? Ты что, издеваешься? Мужчины, мужчины, вы совсем свихнулись. Пока что там такое, покажи. Что покажи? Покажи, говорю. Ой, Инка, ну пакость. Пойдем, я угощу тебя чаем. Да какой чай? Я дома тогда потише, была. Соседи. Все видела. Пойдем, я тебе такое расскажу, тебе понравится. Пойдем, пойдем. Да не пойдем, надо мне чая.
Да пойдем ты уже.